Здравствуйте! КХЛ ТВ приглашает всех в парк легенд в Ледовом дворце ВТБ. Совсем скоро состоится гораздо первый матч, проводит Максим Чертинов. 14 игр ЦСКА в этом сезоне. Две результативные передачи. Отличная передача, выход на ворота, бросок, и Доминик Фурх останавливает шайбу. Тут и отрыв неплохой, и возможность переиграть вратаря. Выбирает на удо. Шайба в зоне авангарда, перехват, Лещенко идет к воротам, бросок в ближний угол, шайба не прижата Фурхом, и вот дальше уже сегодня много таких параллелей у команды. И Медведев в центр отправлены, многие нападающие переставлены с более привычных позиций. Момент у Медведева, бросок низом, гол! Авангард открывает счет! Евгений Медведев, вот так руки-то помнят, как играть в нападении, как открываться и наносить броски. Пробивают Свенсона, и ликование на Радил закатился в зону, скинул на Максвелла. Максвелл только вот таким переводом может отметиться, остальные партнеры были закрыты. Но прошла передача на Райана Стоа. Максвелл, Калинин в дальний угол. И отличный сейв. И вот теперь Галимов бросает низом. Череда рикошетов, просто какой-то пинбол на площадке начинается. Анлёв мощно заряжает, добивание, гол, Денис Эверберг. Реализует своего рода большинство. 2-0 в пользу авангарда становится счет. И чуть меньше 6 минут до окончания первого периода. Денис Эверберг крупным планом, главный герой этого эпизода. Давайте посмотрим, как развивались события. Ну вот здесь выберется. Шайба ходит быстрее любого игрока. И ходит она очень точно. Момент добивания. Свенсон лежит, лежит Семенов. По вратарской. Густавсон на Чудинова. Какой бросок и какой сейв Маркуса Свенсона. Вот это да, вот это номер. Это вижу, что тренерский штаб Спартака не активен. Говорят, гораздо меньше не подсказывают ребятам. Скобелка, например, даже успевает индивидуально со всеми общаться. Андрей Стасев, кстати, на один падение бросает. Стась все-таки и фиксируется нарушение правил. Кенова бросить плотно не получается. Дергачев рядом, и Дергачев мешает. А вот сейчас Дергачев и вовсе убежать может к воротам. Перед ним один соперник. Бросок в ближний угол. И Дэм с началом атаки. А вот теперь эти проблемы появляются. Стоа скидывает назад. Радил, бросок, добивание. И как шайба не попадает в ворота. Еще один пас. Стоа в ближнем бою переиграть Фурха не сумел. Два супер момента у Спартака сейчас. Вернов. Нет, все-таки Галимов тут всех опережает. Выбрасывает шайбу. Но вот так вот не возиться, не копошиться в собственной зоне у авангарда не получается. Тут надо смену провести. Бросок. Гол. Игорь Мирнов. Отхватил одну шайбу. Великолепный бросок, но снайперские навыки Мирнова известны давно. И понятно, что недоволен сейчас Скобелка. Тайм-аут не помог авангарду. Спартак продолжил. Куслачев на левом краю. Развернулся. Хороший пас в центр. Кулик направо. Мирнов. Бросок. Фух! Останавливает эту шайбу. Мирнов заходил на дубль сейчас. Со створом ворот. Там еще и толпа целая на пятачке. Закрывал обзор Фурху. Радил. На лицевую. Бросает Максвелл. Гол! Сравнивает Спартак и реализует численное большинство. 2-2. Ждали, ждали и дождались. И опять, к слову, о силовых приемах. Первое большинство зарабатывает Спартак в этой встрече и сразу же его реализует. Уверенный розыгрыш в исполнении спартаковцев. Вот здесь нагло пошел на ворота первой своей зоны. Получится, наверное, только сейчас. Какая подкидка. Комаров укротил шайбу. Передача под Шенгалов. Здорово! Бросок! Фу! Отбивает Азатиш. Заблокировать. Автопеляев пытался помешать. Не вышло. Эверберг транзитом через Березина. Передача под бросок. И вот теперь Березин в дальний угол. Отличная патрия. Слушаешь, а кто вообще главный тренер в Спартаке? Жамнов или Епанчинцев? Ну, комментарий последний был за Жамновым. Момент у авангарда тем временем. Возникает Свенсон. Положил свой щиток, остановил шайбу. Вот это момент у авангарда. И возник он, казалось бы, из ничего. Но так пошли на пятачок, что шайбу там особо и не зафиксировать. Сюдин, теперь он со плюшкой ловко орудует, пытаясь помешать
Все там уже Эвертону. Шайба у Галимова. Бросок. И шайба не прижата Свенсоном. Вот это можно. И всю честную компанию. И игроков Спартака, и на скамейках там наверняка его встречали. Активен авангард. Уж не знаю, за себя или за всех играют, но здорово смотрится омская команда в плане движения. Вот момент у Спартака. Бросок. Фур. Забирает шайбу Хохлачева. Вот это момент. Аж ворота сдвинул голкипер Иван Чудинов и Густавсон обороняются у авангарда. Бросок неточный. Максвелл отдает за ворота. Стоа развернулся. Кистевой бросок. Гол! Райан Стоа за 27 до окончания третьего периода выводит вперед Спартак. И снова красно-белые реализуют численное преимущество. Покидает скамейку штрафников Дмитрий Жукенов. Но не сказать, что удаление было обязательным, но вот такие удаления сегодня подводят авангард. И такие удаления приводят уже во второй первенек авангард. Поехал Фурх меняться на шестого полевого. Бросок еще один. Свенсон отбивает перед собой. 3-2-1 секунды. Подшиндялов шайбу выводит в среднюю зону. И Спартак одерживает победу над одним из лидеров Восточной конференции. 3 очка в копилке. И, наверное, даже более важное для Спартака то, что вот эта неприятная серия из 5 поражений подряд завершена.